Здесь вопрос, связанный лично с Али, ради Аллаху анху. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о господине Али, ради Аллаху анху, о его отношении к Ихсану. Наши господа сподвижники все являются из Ахлюль Ихсан. Любовь к ним является нашей религией, ненависть к ним — лицемерием. Оскорбление их нечестие, посягательство на них — это причина изгнания от милости Аллаха. Да сохранит нас Аллах от этого. Обратите внимание на это превосходство. Из-за чего оно? Из-за того, что они сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Лжет тот, кто говорит о любви к Ахлюль-Байт, ненавидя сподвижников. Лжет тот, кто говорит о преданности к Ахлюль-Байту, оскорбляет сподвижников. Всех сподвижников посланника Аллаха, и тех, кто ошибся, и тех, кто был прав. Мы не убеждены в непогрешимости кого-либо из Ахлюль-Байт или сподвижников. Наш путь — это путь Ахлю-Сунна, которые сказали, что из людей непогрешимы только пророки. Никто из людей не защищен от грехов, ни Ахлюль-Байт, ни сподвижники. Что это означает? Что означает, что они не защищены от грехов? Это значит, что среди них были те, кто ошибался, кто был прав, кто не осмысливал, были те, кого закидали камнями за прелюбодеяние, кому отрубили руку, кто распивал спиртное, за что были наказаны, однако их всех мы любим и возвеличиваем. Их стопы достойны быть на моей голове, потому что они те, кого избрал Всевышний Аллах для сидения рядом с нашим господином Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалам. Их устазом был наш господин Мухаммад, а кто твой устаз, о тот, кто посягает на сподвижников. Их шейхом был господин Мухаммад, а кто твой шейх, о тот, кто оскорбляет сподвижников. И убеждение Ахлю Сунны валь Джамаа, в особенности последователей тариката, заключается в том, что самый большой вали и обладатель самой высокой степени среди авлия, ниже самого низкого по уровню степени и положению сподвижника. Самые крупные авлия ниже самых низших сподвижников, хотя нет среди сподвижников нижайших. Это то, что я хотел сказать перед тем, как рассказать об имаме Али ибн Абу Талибе. Второй момент заключается в том, что по убеждению Ахлю Сунны валь Джамаа самые лучшие сподвижники — это Абу Бакар, затем Умар, затем Усман, а затем Али. Некоторые сказали Али, потом Усман. Среди ученых Ахлю Сунны есть разные мнения относительно того, Усман лучше или Али, но единогласны в том, что самые лучшие сподвижники — это Абу Бакар, Умар, Усман и Али. Эти четверо лучшие из сподвижников, и самое преобладающее мнение у Ахлю Сунна, что их превосходство в том же порядке, в котором они были халифами. Это второй момент, в котором мы должны быть убеждены. Раньше у нас не было нужды в этом предисловии, когда хотели рассказать о достоинстве Ахлюль-Байта или о достоинстве нашего господина Али. Но когда распространилась беда приписывания себя к последователям Али, при этом ругая сподвижников, стало необходимым об этом упомянуть. Также распространилась такая беда, некоторые стали утверждать о защите Сунны, при этом умаляя достоинство Ахлюль-Байта. Они, опровергая шиитов, стали унижать Ахлюль-Байт. Это вторая беда против первой беды шиизма. Есть рафидиты и есть навасибиты. Кто такие рафидиты? Это те, кто приписывает себя к шиитам и ругают шейха Абу Бакра и Умара. Откуда пришло название рафидит? Кто назвал их рафидитами? Их так назвал один из имамов Ахлюль-Байта, наш господин Зайд ибн Али Зайнуль-Абидин ибн Хусайн. Они присягнули ему в то время, когда оставил его без помощи Хишам ибн Абдуль-Малик, и их было более 40 тысяч. Но они разбежались от него. Почему разбежались? Они сказали Зайд, Зайду, отрекись от Абу Бакра и Умара. И Зайд ответил, я не отрекусь от двоих друзей моего деда. Если бы кому-либо было дозволено отречься от господина Абу Бакра и Умара, это было бы дозволено Зайду, потому что он был на поле битвы, и люди бросили бы его и убили. Но при всем этом он выбрал смерть, чем оскорблять господина Абу Бакра и Умара. Имам Зайд ибн Али, рази Аллаху анху, который был шейхом имама Абу Ханифы, сказал, я не отрекусь от двоих друзей моего деда. Они сказали, в таком случае мы откажемся воевать за тебя. Зайд ответил, убирайтесь вы, рафидиты, то есть отрекшиеся. И слово рафидиты стало их прозвищем. Это не все шииты. Когда мы говорим о течениях, следует знать, что шиит — это тот, кто считает Али лучше Абу Бакра. Это и есть разница, и в этом нет сомнения. Но кто такой рафидит? Он тот, кто отрекается от Абу Бакра и Умара. Мы, Ахлю Сунна, говорим о превосходстве Абу Бакра, затем Умара, затем Усмана, а затем Али. А шииты говорят о превосходстве Али над всеми. Это разница между нами, в этом нет сомнения. Например, шииты заидиты считают Али лучше, чем Абу Бакр, но просят довольства Аллаха для Абу Бакра и Умара. У них нет такия, то есть не скрывают свои убеждения. Они убеждены, что Абу Бакр и Умар были из Авлия, но меньше, чем Али. В этом они отличаются от Ахлю Сунна.
Но когда переходят эту грань, начинают отрекаться и ругать Абу Бакра, Умара, Усмана или нашу мать Айшу, жену пророка, саллиллаху алейхи вассалам, то они рафидиты. Противоположной крайности им стоят навасибы. Кто такие навасибы? Это те, кто питает враждебные чувства к Али и к Ахлюль-Байт. Их сердца лишены нура любви к Ахлюль-Байт. И сердце, когда лишается нура любви к Ахлюль-Байту, становится мрачным. Не любит Ахлюль-Байт, кроме богобоязненного мумина, и не возненавидит Ахлюль-Байт никто, кроме несчастного лицемера. В другом достоверном хадисе, переданном от Тирмизи и другими, сказано: «Любите Аллаха за те блага, которые вы видите от Него. Любите меня за то, что Аллах любит меня. Любите мою родню, потому что я люблю их». Хадисов о любви к Ахлюль-Байт много, Ахлю Сунна даже отдельные книги написали об этом. Если кто-то хочет говорить о любви к Ахлюль-Байт, то Ахлю Сунна сильнее, чем кто бы то ни было, любит Ахлюль-Байт. Имам Ат-Табари написал книгу «Аз-Захайр-Уль-Укба фи-Манакиби Завиль-Курба». Имам Ас-Сахави написал о достоинстве Ахлюль-Байта, и даже Ибну Таймия выделил часть книги о любви к Ахлюль-Байт. Шейх Юсуф Ан-Набхани написал книгу «Шарафуль-Маабад ли Али Мухаммад». Написал имам Ас-Суюти, написали многие имамы, хафизы, главы и книги о любви рода посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам. Основой Ахлю Сунна валь Джамаа является любовь к Ахлюль-Байту. В этом нет сомнения. Отделились люди, оставили адаб к Ахлюль-Байту, разгневались на родню посланника Аллаха, стали питать враждебные чувства, и их стали называть как? Навасибами или насибитами. Это те насибиты, которые прямо противоположны рафидитам. Рафидиты утверждают, что любят Ахлюль-Байт, но ненавидят сподвижников. Насибиты утверждают, что следуют Сунне и тому, на чем были сподвижники, и не любят Ахлюль-Байт. А Ахлю-Сунна находится в середине. Когда говорят о господине Абу-Бакре, их пленяет любовь к Абу-Бакру, как будто никого больше не любят. А когда говорят о господине Али, их пленяет любовь к Али, как будто никого больше не любят. Если ты посмотришь на отношение любого имама Ахлю-Сунна к кому-либо из Ахлюль-Байту или к любому сподвижнику, ты увидишь большую любовь. Имам Али ибн Абу Талиб – один из самых великих сподвижников, который известен в плане очищения души. Он был центром очищения души среди сподвижников, хотя все они были чисты, особенно самые крупные сподвижники. Все они очищали души, воспитывали и вели людей к Аллаху. Однако имам Али стал более известен этим. Он известен тем, что у него есть своя школа для этого. Как образовалась эта школа? Образовалась потому, что и его ученики тоже занялись этим, ученики их учеников тоже занялись этим. И большинство цепочек духовных наставников, шейхов, известных у Ахлю Сунна, возвращаются к имаму Али ибн Абу Талибу. Большинство цепочек людей тариката возвращаются к Али ибн Абу Талибу. Например, цепочка шейхов из тариката Накшбандии возвращается к нашему господину Абу Бакру и к господину Салману Фарису, а также у них есть цепочка, восходящая к Али ибн Абу Талибу, рази Аллаху анхум. Он является имамом очищения души. Пророк говорит: «Я город знаний, а Али врата в нее». Хадис достоверный. Некоторые поздние люди попытались сказать, что хадис слабый, но составлено опровержение им, подтверждая достоверность хадиса. Шейх Мухаддис Абдуллах ибн Сиддик Аль-Гимари Рахимауллах составил об этом книгу. Также шейх наших шейхов Мухаддис Хабиб Али Мухаммад ибн Яхья Рахимауллах написал главу, в которой установил достоверность этого хадиса. «Я город знаний, а Али врата в нее». Поэтому вход в знания через нашего господина Али. Он был самым знающим из сподвижников. Это акида Ахлю Сунна. Наш господин Умар, когда возникала проблема в каком-либо вопросе, задавал вопрос господину Али. Обратите внимание, я говорю Абу Бакар, Умар, Усман и Али, потому что самый лучший — это Абу Бакар, затем Умар, затем Усман, а затем Али. Это то, что я исповедую. Но когда говорим о знаниях, то это другое дело. Говорят, что самый знающий — это Али ибн Абу Талиб. Самый храбрый из сподвижников — это господин Али ибн Абу Талиб, рази Аллаху анху. Поэтому, когда к Умару ибн Хаттабу привели женщину, которая родила по истечении 6 месяцев после замужества, то есть она вышла замуж и через 6 месяцев родила, люди сказали: как она могла родить через 6 месяцев? Возможно, она совершила прелюбодеяние, да сохранит нас Аллах от этого. И вот ее привели к Умару. Умар склонился к мнению, что ее ребенок не от ее мужа. Судьей в это время был господин Али. Абу Бакар назначил Али судьей, также поступил Умар.
Умар был правителем, сподвижники из совета издавали законы, а Али выносил решение. И вот когда обратились с этим вопросом к Али, он сказал: «Нет, мы выносим решение, что этот ребенок от ее мужа». «Как? Ведь прошло только 6 месяцев». Он сказал, что Всевышний Аллах в Коране рассказал нам, что срок беременности и отделения от груди – 30 месяцев. Затем рассказал, что кормление грудью сколько времени? 2 целых года. Аллах, свят Он и велик, сказал так. А 2 года это сколько месяцев? Это 24 месяца. А если отнять 24 от 30, сколько получается? 6 месяцев. Минимальный срок беременности – это 6 месяцев, по мнению Али, рази Аллаху Ангу. Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: если бы не Али, Умар бы погиб. Это и есть знание сподвижников о достоинстве друг друга. Когда был убит и стал шаидом господин Умар, Али сказал: сегодня убили лучшего, кто был на земле. Вот так они знали о превосходстве друг друга. Это и есть уровень Али в науке и знаниях. Это его уровень в воспитании. Некоторые его ученики, мюриды, помощники вспоминали о нем и говорили, что однажды ночью, проходя рядом с домом Али, увидели его в помещении, где хранится общественная казна. Они увидели, что Али подметал это помещение после того, как разошлись все люди, которые получили свою долю из имущества. Он закончил подметать, побрызгал немного воды и затем стал молиться. Затем взял себя за бороду и стал плакать, обращаясь к Всевышнему Аллаху. Затем, обращаясь к Дунья, он говорил: «О, Дунья, ко мне ли ты стремишься? Поистине я дал тебе 3 развода, после которых нет возврата. Ах, какое длинное путешествие, а провизии мало и путь опасен». В таком состоянии он плакал глубокой ночью, он был духовным, воспитанным человеком. Тот, кто был очевидцем этого, пришел к Муавии ибн Абу Суфьяну после того, как он стал правителем. Муавия попросил его рассказать об Али, но он сказал: «Не проси меня». Муавия настоял: «Нет, расскажи». И он рассказал эту историю, затем посмотрел на Муавию и увидел, что его борода намокла от слез. Тогда Муавия сказал: «Да смилуется Аллах над Абу Турабом. Клянусь Аллахом, он был таким, как ты о нем рассказал». Да будет доволен Аллах господином Али и всеми сподвижниками.